Первое, что мне сегодня было непонятно, это то, что листья на дубе пропадают. Непонятно. Очень много опавших листьев на земле от дуба. Ну а катальпа цветет пышным цветом. 21 июля. Июня. Липовая аллейка. Запах одурманивающий. Сегодня у меня есть немного семечек. Поэтому мы покормим голубей. И вот за этим понаблюдаем. Так. Ну, какие-то они неактивные сегодня у меня. Весело он скакал, по-моему. Куда он скачет? Он скачет, знает куда. Он сейчас разберется. После людей что-то оно остается. Вот так. Еще можно снять и каштанчиков, которые еще не пропали. Может быть, все-таки это соловей. Ну что, понаблюдали. Все-таки это, наверное, соловей все-таки. Ну что я скажу, без кота жизнь не та. Красавец. Ну что, там живет большой здоровый паук. Ну я пока его не застал врасплох. Ну что, как оказалось, сегодня у нас 22 июня. Сегодня день солнцестояния. На этой красоте я все-таки заканчиваю видео сегодняшнего утра. Там солнышко пробивается. Вперед, Миша. Аккумулятор беречь.